Ну, я человек, скажем так, достаточно сильно привыкший не столько к обильной, сколько к вкусной и разнообразной пище. Поэтому это и было тяжело, и продолжает быть тяжело. И я должен признаться, как, собственно, я и признавался в своих дневниках, я далеко не всегда это дело соблюдал. Хотя сразу могу сказать, что я свои привычки очень сильно поправил, грубо говоря. Изменил, и я даже живот свой стал держать немножко по-другому, и в силу осанки, и в силу его содержания, грубо говоря. Да, я все равно два раза в неделю хожу и в бассейн, даже немножечко на дорожку беговую. Но дело не в этом. Да, конечно же, когда ты бежишь по дорожке или плывешь в бассейн, это скучно. А что касается здесь, ну, это совсем другая история. Это, помните, как у великого Виктора Драгунского, да? Он живой и светится. Это было про светлячка, но когда... Со мной красавец-конь, который даже пахнет фантастически вкусно. Когда ты понимаешь, что с ним вот происходит общение, ну, там еще получается так, что, как мне говорит тренер, конь молодой и, в общем, не очень опытный, и поэтому он учится вместе со мной. Я ощущаю его в этом смысле немножко братом, да. У нас даже с ним характер близкий, скажем так. Он, когда ему говорят неинтересные вещи, начинает зевать, и я начинаю зевать. В общем, это совершенно другая история. Это я вот даже не знаю, как описать, когда с тобой вот такое животное, как мой Зевс, да? Это, с одной стороны, и друг, с одной стороны, это и ребенок, к которому как-то относишься по-другому. Но это очень светлое состояние, которое не дает никакой вот... Аналога нет никакого. Я люблю хороший спорт, я люблю яхтинг, да? Все-таки я уже большой мальчик. Мне уже 62, и то, что я делал в возрасте 30 лет, это одно, а сейчас это совершенно другое. Оказывается, когда ты находишься вот на такой высоте от пола, и не только от тебя зависит равновесие, это ощущение не то чтобы страха, нет, ощущение очень сильной напряженности всех нервов, всех мышц, всех частей организма. Это, с одной стороны, полезно. Я даже не знал, что просто сидя верхом можно вспотеть так сильно, да? Мне очень нравится это ощущение. Я очень люблю, что называется, всегда проверять себя на вшивость, да? И пока не стыдно. И мне это состояние нравится, то, что я какие-то штуки преодолеваю. Знаете, вот если мы не хотим жить скучно, а мы не хотим жить скучно, да? Мы хотим либо ехать куда-то на курорт, либо, я не знаю, сменить... Господи, прости, мужа или жену, никогда в жизни не хотел этого сказать, но вынужден сказать. Так вот, вы знаете, нам нужна немножко другая жизнь всегда. И вот жизнь в седле – это другая жизнь. И вот если вы хотите ощутить себя другим человеком, другой жизни, вот это нужно делать. Соблюдать предписание диетолога Александра, нет, нелегко было. А вот эта первая неделя, которая идет, основная, бессолевая, так получалось, что по шестой, седьмой день сбив. То есть у меня несколько раз так было по каким-то ситуациям, и приходил заново. То есть по факту у меня получилось не неделя, а, по-моему, даже 3 недели. В принципе, все реально. То есть какие-то такие сторонние вещи происходили. А дальше все легко. Да, потом несложно. А, значит, если рассмотреть с точки зрения эффекта программы именно в плане похудения, на данный момент я могу уверенно сказать, что я чувствую прогресс, особенно в плане тренировок. Ты во время занятий, после занятий ты ощущаешь мышцы, ощущаешь, как тело устало, при этом без каких-то неправильных ощущений. То есть, например, если после зала, после беговой дорожки, так как у меня есть проблемы с давлением, после занятий появлялась головная боль, там черные круги в глазах, здесь такого нет. И по поводу питания, например, первое, что получилось, что у меня был сбой в предписаниях Александра, и буквально один день, там, один-два,
что было, то и ела, да, и без режима, то есть там ситуация такая была. И на третий день, то есть, получается, я ощутила, как неплохо, как мой организм на это среагировал, и что, блин, вот на самом деле оно не нужно. Вот по предписанию ты чувствуешь себя комфортнее, и оно, правда, не надо. Вот соблюдать, ты получаешь все, ты получаешь и там привычные нам мясо, рыбу, и кашу, крупы. Просто все в свое время. Никаких, на самом деле, ограничений, наверное, только если в сладостях, и все. В тренировке самое тяжелое, и это прям вот правда, это заканчивать ее, слезать с коня, прощаться с ним до новой встречи. Это правда самое тяжелое, потому что тебе хочется продолжать еще. А если именно физически по упражнениям, ну, наверное, самое тяжелое у нас там есть упражнение руки, ноги тянуть, то есть ты сидишь вот такой звездой. Ну, наверное, оно. А так ты не понимаешь, почему ты устаешь. Кажется, пока ты делаешь, что это очень легко все. То есть что там, где можешь напрягаться. Но зато я теперь знаю много своих мышц. Мы, по крайней мере, мы с Сережей очень ждали, когда же приедет Зевс. Нам сказали, что едет конь тяжеловес, что зовут его Зевс, что было очень клево. Очень ждали. Сережа имел опыт как катания, да? А я ни разу. То есть я, в принципе, ни разу не трогала коня, не подходила. Это было страшно. Я переживала, подружимся ли мы с ним. Но он у нас парень удалой, молоденький, 4 годика. Он характерный. Он как вот на уроках есть хороший ученик, но когда-то что-то где-то вот как-то вот играет, игривый. Вот Зевс такой же. То есть он красавчик, он все аккуратненько. Он даже пытается, вот ты пока сидишь, если какая-то остановка, там Аня рассказывает, например, какое-то следующее упражнение, он может повернуться, тебя за ногу попытаться укусить. Не больно, не укусить именно, как укусить, а вот так, раз такой, типа я здесь вообще, что ты ее слушаешь, поиграй со мной. Мы с ним подружились, я надеюсь, по крайней мере, Сережа, по-моему, тоже. И, наверное, он нас узнает уже. То есть он прям видит, он знает, понимает. А перед предыдущей тренировкой захожу на манеж. Зев с Аней уже на другой стороне манежа, они готовились, прогуливались. И Зевс меня увидел, и прям с другого конца манежа идет ко мне навстречу. Причем уверенно ты видишь, ну, ты смотришь в глаза ему, ты видишь, что он правда к тебе идет. И это было очень клевое ощущение, это очень приятно было. Я очень рада и очень благодарна, кто позвал меня сюда, кто задумал этот проект. Это помимо оздоровительного эффекта, это очень классно психологически помогает. То есть дает силы и вытаскивает из какой-то сложной ситуации. Ты отдыхаешь. Вот этот час, пока у меня занятия, весь мир спит, весь мир вообще его нету. Есть только вот я, Зевс и Аня. Аню мы к себе пускаем, Аня клевая. Все, больше никого нигде нет. Вот мир останавливается. Доброго-доброго дня. Очень рада вас видеть. Скажите, пожалуйста, как прошли ваши вот эти 4 недели? Что было самого сложного? Какие-то впечатления поделитесь, пожалуйста. Совмещать, наверное, все вместе с тренировками, с работой. Причем у меня удаленная работа. И, соответственно, выполнять вот шаги, вот эти 10 тысяч шагов, вот это, конечно, самое сложное получается, потому что тебе нужно найти на это время. И плюс еще собрать интервал для вот правильного применения пищи. Но, тем не менее, несмотря на то, что это вызывало у вас сложности, вы большие молодцы. И спасибо. Я вам очень благодарна за ваше стремление, за следование рекомендациям. Я не до конца соблюдал рекомендации и свои обязательства. Дело в том, что у меня у всех моих друзей, как у нас Новый год начинается 22 декабря, в твой день рождения, и заканчивается 13 января. Так. Собственно, и поэтому вот этот вот трехнедельный марафон сейчас пришлось как-то все-таки сжать. Ну, хорошо, что я был вот в Новый год, по крайней мере, на дачу своего друга. И прям с 1 января мы пошли на лыжах. Вот те самые 10 тысяч шагов, их получилось немножечко больше. Но на самом деле главное, чтобы у вас было желание, а внешние факторы, они на то и внешние, что на нас они не могут оказывать такого прямо сильного давления, если мы сами этого не хотим. Иногда можно попросить о помощи, сказать, слушай, мне и так не так просто, да, сейчас, поэтому подержи, дай мне руку помощи условно и не саботируй меня, потому что у меня есть поставленные цели. Когда Катя первый раз пришла, у меня был искренне, да, опасения какие-то, что у нас
не то чтобы не получится, но не будет такого явного прогресса, да, и что вот ей нужно гораздо больше времени, чтобы просто привыкнуть к лошади, потому что у нее был дикий страх, то есть прямо страх. Она боялась даже вот подойти к лошади, когда она, лошадь на нее шла или как-то там, да, обращала внимание. Вот. Ну, первое занятие у нас началось с падения. Вот. Но она набралась мужества, сделала вид, что ничего не произошло, села и поехала. И когда мы первое занятие с ней закончили, я поняла, что она может взять себя в руки, контролировать и полностью... То есть она сидела на лошади первый раз, чтобы вы понимали, да, это действительно очень сложно. Дальше она очень четко, очень внимательно слушает все рекомендации. Она постройнела, похудела, подтянулась. Она стала держать ровно спину. У нее... То есть появилась дисциплина питания, безусловно, это из-за этого тоже, но она также встает утром, вот выполняет упражнения, такие как вакуум, достаточно сложные упражнения, действительно, то есть она их прям делает, и вижу я, что она его действительно выполняет, потому что прогресс, ну, очевиден. Я не знаю, вот у нее дисциплина, у кого есть дисциплина, тот прогрессирует, да. С Сергеем ситуация изначально была более, ну, сложная, так скажем, да, для исправления, ну, поскольку у Сергея просто больше лишнего веса, да, это очевидно. И, соответственно, ему и плюс еще у Сергея есть травма плеча, травма спины, травма ноги, мы на это все постоянно обращаемся. То есть те упражнения, которые может делать Катя, спокойно выполнять, Сергей их выполнять не может по состоянию, да, своему. И поэтому мы подбираем индивидуально постоянно новые какие-то упражнения, я постоянно думаю об этом, то есть как-то все это мы записываем, мы фиксируем все, каждое изменение. Потому что, допустим, даже простое упражнение, как поднять руки в стороны, да, для Сергея оно тяжелое. Но нам помогает другое. У Сергея был опыт верховой езды. Хоть он был и давно, там, лет 25 назад, как он сказал, но тем не менее, поехать рысью для Сергея было проще. И какие-то еще другие моменты. Ну, допустим, у него не было совершенно страха, например. Вот он сел и поехал. Он совершенно лошадь не боится изначально. Да, с Катей мы вот немножко боролись со страхом, а Сергей сразу сел и поехал. Но из-за вот этих, говорю, травм, немножко сами упражнения мы делаем в облегченном варианте. Ну, ноги у него зато достаточно сильные, мы вот это используем. Что еще могу сказать? Сергей тоже очень дисциплинированный ученик. Он ходит, он постоянно посещает тренировки. Он ни одной тренировки еще не пропустил. Вот. Есть у нас такой с ним момент, он когда слезает с лошади, ноги устают, он бывает иногда падает. Вот тоже, если на две ноги ровно он не приземлился, а случайно немножко вес перенес на одну из ног, он может упасть. Но он сразу встает, говорит: у меня все хорошо, встретимся на следующей тренировке. И если честно, каждый раз я думаю, может быть, он не придет в следующий раз, потому что испугался или что-то. Нет, он снова приходит, садится на лошадь, едет. То есть Сергей в плане дисциплины тоже большой молодец. Вот, у Сергея тоже есть прогресс. По весу он тоже немножко, вес у него пошел вниз. Но не так, как у Кати, да, потому что я говорю, что мы не можем с ним вот такую вот... Ему нужно чуть больше времени просто, вот и все. Так что я очень их хвалю, довольна очень занятиями нашими. Лошадь прекрасно их воспринимает, он их уже их ждет, он их знает. Это самое важное. Наверное, даже эмоциональная составляющая в этом плане важнее.